Друзья, всем привет! В общем, мы писали в телеге то, что готовы ответить на какие-то вопросы, поэтому сейчас прям по списку будем идти и на все отвечать. Прям первый зачитываю. Ежов, как вы познакомились? Подробно. Подробно мы рассказывали, когда ездили с Катей в Ингушетию. Найдите этот видос, там все детально расписано и все есть. Когда обзор Volvo будет? Я обязательно это сделаю, когда помою машину, и когда мы осядем, как наконец-то, где-то в каком-то городе. Я уж не знаю в каком, потому что я постоянно катаюсь, тачка пачкается, потом нет смысла все это дело снимать, плюс там постель, подушки, это все не очень красиво выглядит, поэтому обязательно помою когда-нибудь в ближайшее время и все сделаю. Какие у вас планы на лето? Что нового планируете сделать, увидеть? Что нам ждать от вас, как будет развиваться канал? Планов на лето нет. Я вообще не очень люблю планы и как-то все спонтанно делаю, поэтому вопрос не по адресу, но я правда не знаю. У меня очень все хаотично происходит, поэтому хз. Пока что планы в Сочи сгонять. Так, Ежов, какая у тебя модель квадрокоптера? У меня первый Mavic, снимать я на него собираюсь. Как правило, когда приезжаю в город, там начинаются сильные ветра, я ее не достаю, мне лень, плюс я боюсь ветра, что он улетит. У меня один раз он упал, один раз чуть не улетел из-за ветра, это было в Донбассе, поэтому что-то как-то... Короче, надо просто себе поджопник дать и начать снимать на него. Расскажи про свою учебу в школе и в вузе. А я не знаю, что рассказывать. Учился я хорошо и в итоге ко мне. Правоведение в области налогообложения, а потом мировая экономика. Все. В школе я учился нормально, только поведение у меня было говнёное. Начали ли вы заниматься спортом вместе? Ну, как начали, так и закончили. Вот так вот отвечу. Я занималась еще несколько раз после тебя. Катя, да, я хз. Почему? Ну, в общем, нам режим получается. Сначала нужно установить, а потом уже спортом заниматься. Мы ложимся утром, встаем днем или вечером. Так, идем дальше. Лучший отель Ростова-на-Дону. Ну, как бы, не знаю даже, что ответить. Правда. Такой вопрос. Плюс-минус, постоянно едете... В одни и те же города, по одним маршрутам. Если рассмотреть российский туризм, так у нас миллион других направлений, где есть что посмотреть. Да, согласен, но ездим на Кавказ, потому что нам там нравится, и ездили мы туда за хорошей погодой. Поэтому плюс-минус так и получается, что одни и те же маршруты. Плюс, сами видите, что сейчас происходит вообще с погодой, поэтому катаемся туда, где тепло. Куда-то на север не хочется. Челябинский, Пермь, там вот это все пока что-то совсем не тянет. Про свадьбу, когда обещанный ЗАГС после Катиных пирожков, мы все помним. Да, я тоже помню, но попозже, попозже. Почему так часто меняешь место работы? Есть какая-то схема, по итогу хорошие места закончатся, и что делать? Ну, на самом деле, я не часто работу меняю. И делаю это исключительно, потому что мне там может быть некомфортно или что-то не устраивает. И я вообще не понимаю людей, которые по 30 лет на одном месте сидят и ничем не хотят другим заниматься. Поэтому лучше менять, смотреть, где лучше, хуже, для того, чтобы потом принимать решение, на какие критерии те смотреть. Поэтому вот, я ответил на вопрос. Так, как давно Катя обзавелась квартирой в Сочи? Или вы снимаете? Мы снимаем. Почему с мамой поменялись квартирами? Ну, во-первых, хочу сказать, что это моя квартира, и изначально, когда приехали из Таиланда, должны были жить здесь. Но что получилось? Саша начала ныть из-за того, что здесь далеко добираться до центра Москвы, метро далеко, и на автобусах ездить она не хочет. У нее есть права, но ездить она не умеет, поэтому из-за этого нытья мы обратно маме начали писать, давай мы в Медведково, она... Сюда. Вот, сейчас, наоборот, нам здесь нравится, комфортно, здесь рядом лес, тихо, спокойно, тачка есть, у Кати прав нет, но в какой-то момент времени она займется этим вопросом, и я думаю, будет комфортно. Ну, плюс... А я вообще здесь нужна? Где? Или я как украшение на видео? А тут все вопросы, видишь, как-то в основном ко мне, а потом к тебе бы. Ну, Катя, видишь, тут 18 вопросов. Про наши планы на лето я могла бы что-то сказать. Ну, расскажи, какие планы на лето. Да нет, ты уже ответил на этот вопрос. И, допустим, про учебу. Вряд ли этот вопрос тебе был. Мне так кажется. А то потом будет про учебу тебе, поэтому тебе будет дано слово. Так, готов ли ты снова жениться? Да. Если это Катя...
Блин, ну вообще, вот про детей и прочее не буду даже говорить, это какой-то тупизм. Три любимых блюда, которые готовила для тебя Катя. Ну, хлеб мне нравится, да и завтраки нравятся, в принципе, потому что там много всего, ну, всего по чуть-чуть, я такое очень люблю. Пирожки, вообще топ. Вот просто, я их снова прошу, но что-то пока никак. Так, как познакомил Катю с мамой, как она восприняла, что сказала? Да нормально мама все восприняла, что она сказала? Главное, чтобы я был счастлив, все. Так, сколько ты тратишь на себя в месяц без машины, ЖКХ и продуктов? Никогда не считал, честно, понятия не имею. Все, что есть, то и трачу. 5 фактов о моем теле. О чем никогда не знал, не показывал, не говорил. Я не знаю, что отвечать. У меня 2 соска, 2 руки, 1 голова, 2 уха, 2 глаза. Я могу сказать прикол. У тебя сзади, короче, там, где копчик, у тебя волосики, их можно скрутить, получается хвост. Звучит так себе. Ну, это типа вот здесь, на пояснице. Волосатый. Ну, я их скрутил. А я что-то сижу, прикалываюсь, кручу, и понимаю, что волосы уже вот так вот торчат, скручены, как хвост. Так, дальше. Твои первые заработанные деньги, во сколько лет и где, на что потратил. Я об этом тоже рассказывал. Я работал даже на бензоколонке, заправлял тачки за какие-то копейки и копил на видеокарту и компьютер, потому что я их собирал с самого детства, и для меня была прям цель накопить. И курьером я работал. Ну, в общем, как-то крутился, вертелся и заработал в итоге на комп. И в тот момент я хотел играть в игру Microsoft Train Simulator, купил себе видеокарту Riva TNT64, да и в принципе все, вот рассказал. Брали ли у меня взаймы деньги и в итоге не возвращали? Да, брали и не возвращали, такое было. Когда-нибудь воровал что-то? Нет, никогда не воровал. Какие блюда умеешь готовить? Пельмени, яичницу, блины. Макароны могу, котлеты. Ну, все самое простое. Супы не умею готовить. Твоя самая бесполезная, дорогая и дешевая вещь. Какая моя самая дорогая, бесполезная вещь? Видеокамера? Это Сонька. За 500 тысяч рублей, которым мы не пользуемся. Да в смысле? Мы же на нее снимали, и я буду снимать дальше. Ну, если только ты, да, будешь снимать. Я сейчас на Canon снимаю, если что. А самая дешевая и бесполезная... Я даже не знаю. Ну и не я ее покупал. Сейчас я вам покажу. У меня есть вот такая штука. Мы даже приготовили специально свет. Вот. Есть вот такая, да, история. Но, по-моему, ни разу в жизни я так и не воспользовался. Сегодня хотя хотели. Даже сегодня, да, она стоит, но в итоге не пользуюсь. Так. Самые дурацкие подарки, которые тебе дарили, и смешно, и стыдно. Ой, что даже вспомнить не могу. Ну, иногда дарят вообще какую-то ерунду, которую в итоге я через год просто выбрасываю. Такое, я думаю, у каждого бывало. А хочешь, я расскажу? Ну. Помнишь, мы были в фабрике на день рождения на моё, и мне подарили в баночке жестяной носки. Мы открываем эту баночку, а там носки там что-то 42-го размера, чёрные, mm-hmm. по-моему, мужские. Ой, боже мой, почему на коробке не было, ну, на банке на это не было написано размер, цвет, там, вообще девчачьи они или нет? Да, это мне было Саша подарил, друг мой, да. Поступок, за который стыдно. Да мне ни за что не стыдно. Дрался ли когда-нибудь? Да, я в детстве очень много дрался. В чем сила? В правде. Катя, делали тебе когда-нибудь предложение? Mm-mm, не делают. Когда бы ты хотела получить предложение? Каким ты его видишь? Как представляешь? Не знаю, никак не представляю. Это те же самые вопросы, что и тебе. Свадьба в белом платье и все по стандарту или скромный и близкий круг людей в ресторане и сразу на отдых? Ну, тут как-то, не знаю, все мы совместим, потому что я, скорее всего, в белом платье хочу быть, но вряд ли это будет какое-то шикарное торжество. Это будет круг, близкий круг родственников, может быть, несколько друзей. Вряд ли это будет очень много народу. Чувствовал ли ты, что приготовил невкусно? А Андрей сказал, что вкусно, но на его лице читалось обратное. Да он вообще никогда ничего не скрывает. Я один раз присолила макароши с этим, как его, с тушенкой, ага. Скрыл он сразу. Соленые.
даже не знаю, нет, чтобы помягче как-то сказать, что немножко присолила, нет, сразу, а не солила, в следующий раз так не делала. Ну а чё? Ничего, все сразу, короче, он говорит, никогда не скрывает. Ты тоже очень честный и не терпишь ничего в себе, поэтому сколько ты тратишь в месяц на себя? Андрей, сколько ты тратишь на меня в месяц? Не знаю, не считал, но это из серии, как и до этого. Не, ну когда я работала, я не знаю сколько. Я вообще на себя практически не тратила. У меня была такая работа, что я работала, приходила домой, спала и опять работала. Поэтому у меня не было времени тратить на себя деньги. Поэтому не смогу сказать. Идем дальше. Три факта об Андрее, которые нравятся, и три не нравятся. Пропускаем? Ну хрень какая-то. Да я не знаю, что мне не нравится. Что нравится, мне все нравится. А 5 фактов нравится? О твоем теле. Я сама о своем теле должна что-то рассказать? Девочки, я ем и не толстею. Это первый факт, самый важный. Я очень рада. Но это пока что. Возможно, когда-нибудь это изменится. А остальные 4, блин, может, ты подумаешь. Да вообще я не вижу смысла рассказывать. Ну, все, да. Как-то физиологические вопросы, они какие-то странные. Твои первые заработанные деньги, где и сколько, на что потратила? Короче, у меня, мне кажется, никак... Ты туда смотри. Но я хочу, чтобы ты... Я тебе рассказывала, по-моему, об этом. В общем, я очень часто приезжала к бабушке с дедушкой на лето. Прям самый маленький мой возраст был, и меня туда отправляли. Вот, и под их столом я сделала магазин, ярмарку. То есть я брала их еду, которую они покупали на свои деньги, и продавала. Там была пачка печенья, не всю пачку продавала, а штучно. То есть одну печенюшку, причем втридорога. Вот, я так зарабатывала деньги. Ничего себе ты купила. Да, и потом покупала еще, ну, себе вкусняшки на эти же деньги. Твои увлечения и хобби? Музыка. На гитаре люблю играть. Видеосъемка. Ну, раньше я в модельном занималась, но я бы не сказала, что это мое. А так музыка и видеосъемка, все. Так, давай дальше. Поступок, за который стыдно. Блин, то думать надо. Тебе, ну, придется, ты пока думай. Придется обрезать. Если мы будем болтать, я не смогу вспомнить. Расскажи про знакомство с мамой. Боялась? С твоей мамой? Да. Я помню то, что у меня не было никаких переживаний до того момента, как мы вот сели в машину, да, едем, и Андрей такой: «Чё, волнуешься?» Я такая: «Блин, до этого момента не волновалась, а теперь немного». Но я знала, как она выглядит, примерно знала ее характер, потому что я видео какие-то смотрела. Вот. Ну, не знаю. До определенного момента не особо волновалась, так что нет. В чем сила? Ты сказал правду. Я не знаю, в чем сила. Так, ладно, идем дальше. Как дошел до тимлида? На кого сейчас актуально учиться? Я не тимлид, я продакт-менеджер, тоже об этом говорил. Следующий вопрос про квартиру. Тут на самом деле уже было. Юля еще дополнила 11 вопросов. Ой, я, господи, даже не знаю. Тут просто все видео только в вопросах Юли. В каких странах были? Ну, это странный вопрос. Я, в принципе, все записывал. Из того, что я не записывал, был еще в Испании. Что бы хотел изменить себе? Ничего. Что я бы хотел познать новое для себя? Я бы с удовольствием китайский выучил. Но не знаю вообще, как на просто сподвинуться. Если вернуть время на 10 лет назад, что бы вы сказали сами себе на будущее, что бы изменили? Ничего. Любимые компьютерные игры. Любимые компьютерные игры. Microsoft Flight Simulator. Это которые твои самолетики? Угу. Да. Так. Необитаемый остров. Какие три предмета взяли бы? Без техники. Тогда не знаю. Ну, наверное, книги бы взял. Ручку и... блокнот. Да, и выжил бы ты один день. Да? А какие три вещи? Ну окей, взял бы банан, яблоко и хлеб. И что, тоже бы выжил один день? Ну в смысле, какие-то штуковины, которые помогут выживать. Ну если мы на острове, то какие-то штуковины там по-любому будут. Камни, дерево. Что бы я взял? Пилу, топор. А, ну, кстати, да, неплохо. Пилу, не знаю, знаешь, как в разных фильмах, хотя бы взять линзу, чтобы костер разжигать. Там же этого не будет. Или так ты вот будешь тереть. А, ну, конечно, ничего тебе не получится. Получится. Ну, хорошо, проверим, попробуем. Так, какие... Отдельно запишем видео, как ты вот так вот костер разжигаешь. Нет, такого не будет. Какие будет. Книги читали в последнее время? Какая понравилась? Или какую хочу прочесть? Я перечитывал снова 1984 Оруэлла. Я прочитал «Вскрытие покажет». ЖЖшного блогера.
И начал еще читать книжку тоже Оруэлла. Блин, я даже не помню, как она называется, но она мне так не понравилась, что после 10-й страницы я остановился и все. Так, Андрей, ты за натуральность, за натуральную внешность девушки? Да, за натуральную. Грудь от 0, ой, ну тут, не, я на такое отвечать не буду, короче, я за натуральность. Катя, растительность, ой, ну это тоже, конечно. Если у тебя растительность на груди, да, нет. Зона X, да, нет. Ну это... Блин, ну камон, ребята, ну кто такое спрашивает? Вот вы можете подойти к человеку на улице и спросить, ты бреешь вагину? А мне кажется, тут вопрос другой. Мне кажется, это про твою растительность на лице. Устраивает меня или нет? Катя, вопрос, ну. Я думала про тебя. Ты же меня колешь. Ну, растительность есть у меня, я вообще весь волосатый. Да. Поэтому что тут... Так, когда увиделись друг с другом, что подумали первое? Будет ли что-то дальше или только чай, кофе? Честно, я когда с ним первый раз виделась, я не знала, что он разведен вообще. Я просто думала, что, ну, блогер, которого я смотрю. Не знала? Что ты разведен? Ну, как так, а что первое, когда увиделись друг с другом, что ты подумала? Ну, я поняла по разговору, что ты разведен. Ну, понятно, я тебе об этом рассказал. Что подумала? Что подумала? Да я не знаю. Я помню, что подумала в конце, когда ты меня в аэропорт уже отвез. Я подумала, нет, нет, нафиг. А потом, когда я еще узнала возраст, думаю, вообще точно нафиг. А что нафиг? Подумала. Нафиг, ничего. В смысле? Ничего не надо делать? И рыпаться? Или что-то? Не смущай меня. Ладно. Какую-то делал операцию на нос. Помогло ли? Да, помогло. Я не помню, как она называется, но теперь у меня дышит обе ноздри, поэтому все хорошо. Зачем возвращаться в Москву каждый раз? Ну, потому что мы здесь живем. Плойку перестал вообще играть? Да, я ее продал на Авито и больше к этому не возвращался. Ты как пулемет. Какие сериалы обязательно к просмотру? Тихо. Мне нравится «Клиника». Мне нравится «Сваты». Как ни странно. Какие сериалы? «Очень странные дела». Прикольные, мне нравятся. Мы его сейчас смотрим. Ну, «Гарри Поттера» не буду считать за сериал. Это все-таки фильм. Что еще такого отметить? «Сквозь снег». Да не. Ну, короче, вот я какие-то назвал. Как называется модель увлажнителя воздуха? Это Vento LV25 Comfort Plus. Так, насколько я помню, проезжали всегда мимо парка Лога в Ростовской области. Почему там есть что посмотреть? Ну, как-нибудь заедем обязательно. Вопрос Кате, храпит ли Ежов? Ну, я и сам могу ответить, что я не храплю. Вопрос Андрею, храпит ли Катя? Вопрос обоим, что вы делаете, когда храпит ваша половинка? Ну, блин, я слышала, как Андрей не храпит, а сопит, когда нос заложен. А именно храпа нет? Не, я не храплю. Да. Так, какими вы видите себя через 10 лет? Это из серии «Нарисуй дерево», «Листочки», «Умения свои». Ненавижу этот вопрос. Так, что дальше? Так. Кем трудишься ты и Катюха? Катюха сейчас не трудится, а я тоже бездельник, ищу себе приемлемую работу. Я продакт-менеджер, 100 раз об этом говорил. Погуглите. Ежов, планируете ли вы поездку в Турцию? Да, я очень хочу, причем, знаете, я хочу проехать через Грузию, через Батуми и заехать в Турцию. Вот, с удовольствием так сделал. В Абхазию не планируете? Озеро Рица, вам бы понравилось, тем более вы будете в Сочи. Очень странно, вам бы понравилось, как будто мы в первый раз это увидим. Ты был, ну, без меня на озере Рица, я там была с мамой, в принципе, я все там видела. Так, когда обещанный Тай? Ну, я с удовольствием бы туда уехал на зимовку, может быть, все получится. У мамы осталось 1,4 или 1,8? Не, у мамы осталось 1,4, 1,8 я отдал. Вольво стоило, ну, сколько она стоила? Не, ну про деньги что-то вообще не хочется отвечать. Так, зачем вы платите за съемную квартиру в Сочи, если там не живете? Ну, собственно, мы скоро и не будем ее снимать, потому что мы подумали, зачем, правда, платить. Нас практически там никогда нет, поэтому в ближайшее время перестанем снимать. А когда захочется в Сочи, мы просто что-то еще снимем. Так, Андрей, назови топ-3 своих любимых мест, не считая там дом, например, и подобное, куда всегда хочется возвращаться. Пхукет, Гонконг,
Еще одно место, которое мне безумно нравится, я об этом каждый раз говорю, это военно-грузинская дорога из Владикавказа до Тбилиси. Просто супер. Самая лучшая дорога, которую я видел. Ну и, конечно, тот вопрос, почему расстались с Сашей, но я на нее не буду отвечать. Он сказал, что на этот вопрос никогда не ответит. Чувак написал. Ну, странно, на самом деле, задавать, когда я уже в новых отношениях, и спрашивать меня, почему я расстался. Тем более, я не расстался, а развелся. Поэтому, ребятки, моей вины нет. Меня, конечно, куча девчонок там обвинила во всех грехах, но я вам отвечаю. Если вы знали правду, вы бы поняли, что я положительный персонаж. Вот, поэтому дальше догадывайтесь сами. Все, на все ответили. Я как из пулемета. Мог бы помедленнее. Но я бы иначе не успел. Чего не успел? Пускай видос на полчаса будет. Какая разница? На 3 часа. Ну, полчаса это немного. У нас есть видос на 40 минут. Все? Все, мы не будем больше читать. Ну, а ты вспомнила ответ на какой-то вопрос? Нет, я хотела прочитать. Мне что же что-то писали? А я так это вроде зачитал. Ну, если хочешь подробнее рассказать, расскажи. Хочешь? Одна ты весь настрой сбил. Настрой сбил. Все, ребят, в принципе, ответил. Если что, пишите еще. Я тут как декорация, ребят. Так. Иногда подвякиваю что-нибудь. Так вышло. Все.